Здравствуйте, зовут меня Исаулов Андрей. Это видео снимается для YouTube-канала КПРФ Иваново. Раньше в Советском Союзе люди обычно голосовали за кандидатов в депутаты, когда они были руководителями крупных предприятий. Почему? А очень просто. Когда голосуешь за такого кандидата, он благодаря административному ресурсу, возможностям предприятий, мог сделать много для людей. Но с развалом Советского Союза голосовать за представителей бизнеса, за директора предприятия частного, за самого учредителя смысла, на мой взгляд, не имеет совсем. Сейчас вы можете посмотреть, как вот на этой улице один уважаемый господин Мамедов, обладая определенными ресурсами, как мы понимаем, вместо газона сделал подсыпку. Подсыпку сделал, как я предполагаю, все-таки из того самого материала, который был по наказам депутата выделен для города. То есть человек еще толком не пришел к власти, но имея определенный ресурс, все пускает для того, чтобы приумножить свое состояние. Не помочь гражданам, не помочь жителям. Здесь сделаны, как мы понимаем, магазины. Насколько, по некоторым словам жителей, что не было ни собрания по выделению этих площадей, не было ни проектной документации по тому, чтобы перепланировки, которую мы с вами видим. Я предлагаю всем очень хорошо задуматься. И 13 сентября на выборах в городскую думу города Иваново все-таки принять правильное решение. И выбор делать не в пользу тех, кто считается собственником какого-то бизнеса и планирует себя дальше удержать у власти и помочь себе в накоплении капитала, а проголосовать за людей честных и справедливых. Спасибо вам.